Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии за Аравию в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели начало, то рекомендую прямо сейчас перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. There's so much plastic in this culture, that vinyl leopard skin is becoming an endangered synthetic. Грек, я не понимаю, нафига ты в эту войну упоролся так? То есть, тут получается, что ты просто всех нас троих выключил из игры. В шестой циви либо быстрая война, либо никакая. А тут получается вот так сидим, воюем. Ну, а что ты предлагаешь? Это тебе города? Нет, я просто вообще интересуюсь смысл этого войны какой был. Ну, вообще план был быстрой войны, то есть я шел на танках захватывать тебя, когда у тебя были только кавалерия, и все. Я, честно говоря, просто очень был удивлен твоим нападением. Ну, танки у меня через два хода появились. Я тоже в них шел, и как бы у меня были готовы мои мамлюки. Но я даже не планировал на тебя нападать, или там, и даже не думал, что ты будешь на меня нападать. Я просто, мне вообще непонятно. И в чем идея? То есть мы сейчас сколько ходов? 25 воюем? Ну, мы воюем из-за того, что 25 ходов из-за того, что на меня немец напал с другой стороны, и мне надо держать армию хотя бы какую-то возле него. Ну, это само собой. А ты думаешь, на тебя никто бы не напал? То есть я вот... Смотри, когда на тебя немец собирался нападать еще тогда, когда ты... Он говорил, кто-нибудь поможет там мне против грека. Я ему написал, да, но в это время с тобой же заключил дружбу, всячески тебе показываю, что я ничего не буду тебе делать. То есть, чтобы ты не напрягался по этому поводу. В итоге получается вот такая тупо затяжная война, в это время ацтек уже вообще в последних техах просто. Перс и немец решил на меня напасть, а перс вообще ничего никак не делает. Перс тоже улетает, перс тоже в ракетостроении уже. И построен космопорт. Если ацтек достраивает искусственный спутник, то перс начинает его строить. И как бы они довольно радостные. Я не понимаю, почему немец до сих пор в меня долбится. Он видит, у меня науки 5 вход науки. Зачем он дальше продолжает меня бомбить, атаковать и прочее, если у него под боком есть ацтек, который улетает? Вопрос. Потому что он не хочет, чтобы ты меня забрал. Так, потому что если ты меня забираешь... Это никак не мешает тому, что я тебя забираю. Как медленнее забрал. Тут если быстро меня забираешь, получается, что ты очень офигенно улетаешь. Ты получаешь приятные бонусы в виде огромного количества кампусов. Сейчас у тебя 5 науки вход, а... Ну это, видимо, из-за усталости от войны.
Ну да. Не, окей, он меня ужаснул, то есть я не получилось меня тебя быстро забрать, у меня нет теперь бонусов от того, что я тебя быстро забираю. Я, у меня вопрос, почему он дальше продолжает меня обстреливать и атаковать? Ну, судя по тому, что он Каринф берет, я думаю, что он планирует тебя забрать, в то время как ты упоролся от меня. Он не особо берет его. Ну, а я вижу, что берет. Я же с ним в союзе, я вижу всю его территорию, всю его армию. То есть он, ну, правильно поступил, он посмотрел, как ты выключил меня из игры, и сейчас тебя еще заберет. Немец, около Каира юниты поубиваешь, нет? Почему неудобно? Как ты начинай сразу самолетами ходить? Добей танк около Каира. О, уже в реактивных бомбардировщиках. Yes. Грек, как насчет отдать мне города и замириться? Нет, Леш. У тебя спадет тогда вот это несчастье по войне. Вернется и наука, и производство хотя бы. Потому что реактивные бомбардировщики – это сурово. Сейчас будут танки теперь раскладывать.
Это плохо. Ты ж меня... Это ж не те классные города, которые ты брал. Там вот 4 жителя, 6 жителей. Он сейчас тебя реально возьмет просто и все. Ты хоть успеешь армию перекинуть туда? Да тут и армии немного осталось, 4 танка. Тебя выкинет сразу за границу, они там будут. Ну, грек, мне... То есть, то, что он... Ладно, предположим, что он правильно нападал. Но он не смог очень быстро меня взять. Медина упала, а дальше он остановился. И тут я дебил, потерял 2 танка, просто проспав. Заберет, так заберет. Вот сейчас цело стало лагать. А чего он города, интересно, собирается брать вообще? Единственный юнит, который может брать, это мечник и все. Я не вижу ни танков. The ultimate end of any ideology is totalitarian. Надо было лимит ходов делать. Thank you.
Немец, предложение. Это видео подготовлено при поддержке глобальной космической стратегии consulwar.ru. Это игра, в которой вы можете управлять всем, но при этом не умереть под грузом микроменеджмента. Недавно они вышли в открытый бета-тест и теперь усиленно набирают игроков. Ссылка в описании к видео, либо в начале и в конце видео появляется баннер. Не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание «Лёша играет», чтобы получить бонусы. Еще раз. consulwar.ru. Ready. То есть он у тебя берет твои города, но ты будешь до последнего отбивать мои, да? А я все равно никак не отобью их от самолетов, Леш, ничем. Какая разница, позамерюсь я или нет? Да, вот это человек, получается, и мне игру испортил, и себе. Итог. Всего. То есть, вот он говорит, я не понимаю, почему его немец бомбит до сих пор. Да потому что, благодаря тому, что он нападает на меня, тупо только на меня, немец его забирает. И получается, что немец забирает и его, и меня в итоге. Вот этот весь итог. То есть, вот он когда Медину взял и Сану, тут надо было останавливаться, как-то договариваться о чем-то. Возможно, отдать мне Сану, себе Медину, например, оставить каким-то таким макаром. If you go on with this nuclear... Тут все у грека падает, но
Он будет против меня сопротивляться. Не, я не понимаю, вот иногда людей. Перс уже поставил спутник первый. Что, раньше ацтека? Ну, у него же вроде бы эти. У него два человека великих было на ускорение, поэтому. Да, да, культура. Поэтому я думаю, он раньше закончил. Знаешь, Кордезас, мне почему-то кажется, что союзы почему-то тут работают типа 30 ходов, но сбрасываются через 10. Как-то вот какой-то такой глюк. Алюминия у меня уже нет. Ну, у меня три города осталось. Правда, на моих старых городах его тоже не было. Алюминия нет. Что с ураном у других? У немца нет урана. Недавно в новостях промелькнуло, что реактивный бомбардировщик Германии разграбил пригород. Представляю этот бомбардировщик, который там высаживается в пригороде и грабит, потом с награбленными часами бижутерии. Летчики вбегают в бомбардировщик и улетают из пригорода. Эй, испанец, ты там чего? Мои старые города в католицизм обращаешь? Крестовый поход. Ты ж не победишь все равно религии. А мне больше делать ничего не остается, я отстал далеко в развитии. Ты даже не взял в религию ничего, что тебе давало бы бонус от чужих городов. Кстати, ты не хочешь? Вот у тебя еще одно верование есть. А там, по-моему, уже все разобрали. Нет, там что-то должно быть, типа там плюс наука от чужих городов. Я помню, там была наука от плюс 5 последователей в чужих городах дает тебе науку какую-то. Ну, или культуру, там что-то такое. Надо посмотреть на апостола, насобираю, посмотрю. Да я изначально даже не планировал на религию давить с самого начала.
Ну просто это как-то ты бессмысленно религию тратишь. Ты ту же религию, например, мог великих людей покупать за религию. У тебя ее много? Сколько у тебя вход веры? 59. Я не во всех городах ставила. У меня 2 или 3 священных места только. Уже и Спарта упала. Грек, ну отдай города, что ты как это? Да, зачем они? Как собака на сене. Ну я считаю, что у меня еще есть тут возможности. Ни себе, ни людям называется. Не, ну слушай, я за них воевал. Ну ты все равно сейчас потеряешь. Потеряю в бою. Heaven to earth. Some... Так, стоп. Откуда у меня три урана внезапно? Он под... А, Бандар Брунея. Круто.
Ацтек, испанец. Что? Принял. Есть просьба. Ну, предложение там. Принял. Спасибо. Современными танками я это все отобью, конечно. Не знаю. Жалко, что грек вот так вот себе мне испортил игру и себе испортил игру. Грек, да отдай ты мне города, чё ты как это? До последнего будешь. Приди и возьми. Уничтожается нормально. Я считаю, что грек не прав, напав на меня. Ему надо было именно на немца нападать. То есть я, по-моему, все показывал, что я с ним буду в мире жить, если он там будет воевать с немцем. А я бы в это время на испанца напал. Была бы совершенно другая игра. Понимаешь, приехал танком и убил мне мой современный танк в итоге. То есть вот все, вот просто все против меня делает. И у него ведь захватывает города. Он воюет со мной. Cold War is not thawing. It is burning with a depth. Стека останавливай. Поздно уже. Не факт. Ну, самолетами он его не остановит, потому что там есть Сэмы, как бы. Уверен, что там есть Сэмы? Конечно.
шпионы уже сидят в городах. Ну, как бы, перс быстрее меня запустит спутники. Да, значит, перса. И у перса есть сэмы. Вот вертолеты мои полетели, восставшие, неужели на испанцев нападать? В итоге я вышел в современные танки и просто выношу грека. От него осталось, конечно. Интересно, просто даже интересно, смогу я вернуться? То есть, в принципе, там все кампуса остались. Он мне города не разрушал. То есть постройки в них остались. Вполне возможно вернуться. Немец сейчас будет заниматься ацтеком и персом, явно.
Надо главное юниты сначала греку выносить, ему юниты в моих городах очень долго строить. А мне в моих быстро. Ну, потому что он не получает никаких бонусов от моих городов. A world without radio is a deaf. Тебе, да, спасибо. Тебе спасибо. Взаимно. Игру, пока. Я так и не понял, если честно, нафига он на меня нападал. Я думал, он на немца будет нападать. Вот, честно признаюсь. Был в этом уверен 95%.
Да я уверен, что там бы и перс на меня бы напал в ответ, поэтому я не стал нападать на немца. А нафига персу на тебя нападать? Он как раз сидит, смотрит, что все воюют. Он вместе с ацтеком радостно, видишь, в космос улетают. А то, что ты на меня напал, ты не думал, что соседа... немец нападет? Когда соседа забирают, ну как бы я думаю, стоит все-таки впрягаться в войну. Ну, видимо, не все это понимают. Ну хорошо, а когда нет, ты на меня... Нет, я бы точно бы вписался бы, это однозначно, потому что Магдебург, он находится в довольно интересном месте. Если я бы захватил, кто-то другой бы стал бы захватывать. Ну просто. Хорошо, надо за соседа вписываться, но ты же, видимо, думал, что и немец тогда нападет на тебя, когда ты на меня нападаешь. На тот момент у немца не было, в принципе, армии как таковой, которая могла на меня напасть. У него самолеты были далеко, я просто их даже не заметил, если честно. Поэтому я думал, быстренько заберу хотя бы у тебя пару городов, отожму, и все, в принципе, можно будет на немца фронт перекидывать. Мне кажется, надо было, когда ты у меня Медину и Сану забрал, надо было договариваться, типа ты мне теперь Сану отдаешь, а Медину себе оставляешь, как-то так. Ой, что-то я сомневаюсь, что ты бы согласился. Ну а почему нет, если ты более... Ну может быть, я вначале бы не согласился, потом бы хода через 2-3 ты бы меня убедил. Ага. Особенно, когда меня немец начал давить, я такой, ну, типа, давай помиримся, потому что все. Да не, глупости, все. Почему глупости? Рабочая схема. Но в итоге получилось, ты и меня выключил из игры, и сам выключился, и все. Блин, а что здесь, что происходит? Почему ну, получается так. Может, я и неправильно сорвал, я не знаю. У всех юниты ходят? Нет, сейчас затупило. О, походило. Слышал, нам обоим обид, поэтому как-то ставим. А у вас не союз? Если у вас союз, то просто он автоматом объявил. Что-то у меня не ходят. Я ядерки запускал просто. А, он на вас ядерки скинул? Нет, он объявил мне войну, я на него ядерку скинул. И куда ты ее скинул? А, ну, и захватил город? А, на Ахен? Блин, мне не видно, что он, типа, умер. Уже, ну, над Ахеном, уже города нету там. А, который над Ахеном? Ну да, вот здесь был. Нет, они не в союзе. На это баг, мы были в союзе, поэтому как-то, наверное, оно так и получилось. Тут такое ощущение, что союзы все равно 30 ходов работают, судя по всему. Ну и меня такое чувство.
Что, немец, с тобой все воюют? И персы ацтек? Нету рядом чуда никакого, нету смысла это брать. Вот так других цивилизаций с утроенной силой. И... 100 золота, если первым. Что, немец долго все-таки об греку упарывался? Ацтек успел подготовиться. Да, тут, напоминаю, в патче ядерки можно строить только в том городе, в котором построен космопорт. Блин, меня лагает. Лагает, когда ядерки кидают. Так только я же бросал ядерки. Ну, может, кто-то еще сейчас бросает? Не знаю, у меня юниты просто не ходят. Да, у меня тоже висит. У кого-нибудь ходит вообще? Да, у меня войска нормально раскидывает самолетами, а у меня не ходит просто. Я ходила и повисла. Ну вот, теперь отвисла. Кому предлагаешь мне? О, уже почти 8 утра. Скоро малой проснется.
Извините, я пропустил, а о чем вы договорились, типа, мир заключаете? Ну да. Немец не сказал, что не ожидал от меня ядер. Все, мы входим? Да, да, входим. Да ладно. О, мы можем подключить через ходов. Повтори, пожалуйста. Чего-чего? Я не услышал. Говорит, что мир только через 10 ходов может. Или через сколько? Через 6, через 6. Ну я отвожу войска. Свободен, Ахен тоже. Все. Михаил, пожалуйста, не надо Бандар Брюне перекупать у меня. Да, я не перекупал. Ну, точнее, пытался, но сейчас уже все. Пробую с современными танками напасть на испанца. Я не думаю, что он ожидает этого. Это католический. Нет, это же иудейский. Стройный сил. Окей.
Это будет, мне кажется, этот танк. Нет, выжил. Все, Грека больше нет. Поздравляю. Все тут починено вроде. Надо обрабатывать около Сана, около Медины тоже все починено. Надо от войны недовольство пережить. Фаги не ушли, эти уже минус 8. Отлично.
научной победе. Космопорт. Ну, я уверен, что немец еще будет на них нападать, потому что у него тоже нету других вариантов. Поэтому это мой шанс. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Так, как я могу поменять? Производством кавалерии любой эпохи, да, это я строю танки, содержание юнита, накапливаю при поражении. О, что-то можно. Испанец моих апостолов.
Надо проверить, что тут ничего ремонтировать не надо. Ярос, на что ты плывешь? Куда перс плывет? Испанцы выносит. А что, у перса есть флот? Ну я не знал, он там обещал просто. А зачем вообще персу испанцев носить? Чтоб испанец просто не сидел здесь. Но я что-то у него портов не вижу здесь. Да, у него нету вообще ничего. Но может эти у него самолеты на лыжах. На водных. Скорее всего. I would say invisibility would be so. Так, что алюминия у меня нету. Ну, точно. А на кого это ядерки полетели? А, на Ацтека теперь? Вау. Минус два города? Серьезные ребята, я смотрю, тут играют. Мне надо было его урана лишить. Испанец, может, и нам тогда повоевать? Ну, я так чувствую, что я упаду, наверное. Ничего, у тебя армия больше вроде. У меня только флот. Ну, ты ж флотом тоже можешь какие-то мои города захватывать. Yeah.
загляните на сайт consolewar.ru, а после регистрации введите кодовое словосочетание Лёша Рептилоид. Ну а на сегодня все. Продолжение партии, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.